значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, ну, это такие масштабы большие. Это общество, это культура прежде всего. Интересные музеи, интересные выставки каждый раз проводятся. Это жизнь. Это Санкт-Петербург? Это жизнь. Что для вас значит Санкт-Петербург? О, девочки и мальчики, это чудо. Это моя родина, это моя любовь, и это моя боль. Питер? Любовь. Да. Для меня Санкт-Петербург – это интеллигентный, воспитанный, корректный, очень теплый, очень научный город, который собирает своих единомышленников, решает очень серьезные задачи в области политики, в области науки, в области образования, в том числе и спорта. А что тебе больше всего здесь нравится? Все. Что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Да. О, он такой немного магический, интересный. Жизнь началась немножко с интересного поворота, с нового листа, скажем так вот. И на сегодняшний день это один из старейших городов, который имеет свою архитектуру, имеет свою музыку, имеет свои таланты, имеет своих артистов. И этим городом можно восхищаться и его любить. Мы туристы, но для нас Санкт-Петербург – это очень красивый город. И сюда хочется возвращаться снова и снова. Вот. Санкт-Петербург – это великий город, в котором расположены великолепные музеи, в котором приятно просто погулять, потому что атмосфера этого города настолько изумительна и неповторима, что когда ты гуляешь, ты получаешь эмоции, которые ты не можешь получить ни в одном другом городе, даже Европе. Офис. Синий. Несчастный. Трусы. Перчатки. Кофе – мой любимый напиток. Что случилось? Иметь. Когда? 70. Без. 40. Чуть-чуть. Оранжевый. Где больница? Горячий. Жить. Всегда. Желтый. Когда? Одежда. Трусы. Суп горячий. Зависимый. Фиолетовый. Птица. Глупый. Конечно. Иметь. Поздравляю. Я не против. Такой. Против. Сейчас 6:06. Платье. Горячий. Слон. 40. Я вегетарианец. Лев. Тебе нравятся конфеты? У нее дом в Москве. Голубой. Это возможно. Не волнуйся. Он всегда несчастен. В 2 часа. Суп горячий? Вегетарианский. Нью-Йорк.
Кофе – мой любимый напиток. Такой. Слон. Когда у тебя свидание? 40. Нью-Йорк. Имейте в виду. Фиолетовый. В час. Школа. Кто? Извините меня. Несчастный. Семья. Шоколад. Сейчас без 10:02. Без 10:04. Синий. Иметь в виду. Минута. 24. Почему ты такой грустный? Несчастный. Во сколько? Лев. Жираф. Вашингтон. Вид. Острый. Он вегетарианский? Прием. Жить. Сейчас 2:00. Без 10:04. Суп горячий? 24. Щенок. Конечно, ему нравится салат. Всегда. 80. Сейчас 2:00. Конфеты. Сейчас 8:20. Овца. Почему? Прием. Это не моя дочь. Жить. Жираф. Вид. Когда? Именно. Щенок. Пойдем на рынок. Конечно, ему нравится. Конфеты. Обезьяна. Тебе нравятся конфеты? 60. Оранжевый. Костюм. Тебе нравятся конфеты? У нее дом в Москве. Они живут в Санкт-Петербурге. Папа. Вид. Без 10:04. Обезьяна. Прием. Который час? А что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург – это город больших возможностей на самом деле, где можно найти каждому человеку ту нишу, которую он, допустим, давно мечтает занять. Это важно на самом деле, потому что когда нет возможности реализовать себя, это самое-самое печальное дело. Вот, поэтому для меня это город именно такой, где можно все, если захочешь. Спасибо большое. Санкт-Петербург. Город, куда можно приехать, посмотреть достопримечательности. А вы отсюда или нет? Нет. Откуда? Из Ишима, Тюменская область. О, а как дочку зовут? Карина. Карина, привет. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. А какие чувства он у вас вызывает? Не знаю, сколько живешь, все равно вызывает чувство в
восторга и красоты, наверное. Спасибо большое. Что для вас значит Санкт-Петербург? Это непростой вопрос. Но все-таки. Маленькая родина. Спасибо большое. Меня зовут Аня, это проект Easy Russian. Мы были очень счастливы, что вам понравился наш первый эпизод, и поэтому мы хотим спросить других, что их делает счастливыми. Что делает вас счастливыми? Меня делает счастливым моя дорогая. Любовь, конечно. Что делает ваш? Более маленькое. Меня зовут слишком белый. У меня есть красный. Это я не англичанин. Зеленый. Я могу немного говорить по-русски. Зе. До свидания. Это. Это дорого. Спасибо. Немного. Синий. Йо. Я могу немного говорить по-русски. М. Слишком. Сказать. Дорогой. Это маленький. Разный. Я. Это более дешево. Это. Как? Ты англичанин? Дешевый. Как сказать по-русски? О. Че. А. Брэд Питт. Прекрасный. Жаркий. Сколько стоит? Холодно. А? Правда. Это глупо. Усталый. Я счастлив, а он устал. Это большое. Ты. С. Это. Я англичанин. Мне жарко. Глупый. Я могу говорить по-русски. Тебе холодно? Я не англичанин. Пиво. Это маленькое. Маленький. Большой. Это стоит. Это кажется более большое. Ты не американец. Мне холодно. Это большое. Слишком. Как сказать по-русски? Это глупо. Это кажется более большое. В. Большой. Ты прекрасный. Англичанин. Меня зовут Джилл. Е. Более маленькая.
Я счастлив, а он устал. Меня зовут Джилл. Я покупаю. Микеланджело. Большой. Англичанин. Это кажется более большой, более маленькое. Кажется. Я счастлив, а он устал. Английский. Это кажется более... Очень. Я счастлив, а он устал. Это кажется более большой. Это более дорого. Я покупаю. Это более дорого. Счастливый. Ну, многое, что когда вокруг у всех родных все хорошо и у себя на душе спокойно. Мои друзья меня делают счастливым. Творчество, которым я занимаюсь. А чем вы занимаетесь? Я играю на виолончели. О, здорово! А в оркестре или сольно? По-разному. И сольно бывает, и в оркестре. Что делает вас счастливой? Творчество. Спасибо большое. Какой вопрос. Да, в принципе, все окружение. Сам себя делаешь счастливым. Свобода. Ну, не знаю, мечта. Жизнь. Еда. Еда. Нас делают счастливые улыбки родителей наших друзей. Когда ясенька моя рядом. Что делает вас счастливыми? Петь. А что вы поете? Мы поем много песен на веселых языках. На разных языках, а на каких? Ну, на французский, латинский, итальянский, японский, английский. Ничего себе, какие у вас дети! Спасибо большое! Да, ну вы еще спросите, что делает их счастливым, кроме пения. Они приехали из Аргентины на фестиваль русского языка участвовать в финальных конкурсных прослушиваниях. Здорово. И поэтому пребывание в Санкт-Петербурге делает их такими счастливыми. Не зря вы на них обратили внимание. Спасибо. До свидания. Что делает вас счастливой? Здоровье близких. Дети. Ну, счастливой. Ну, у меня семья хорошая. Что делает меня счастливым? Наверное, хорошая погода. Вот, счастье мамы, улыбка в глазах сестры, когда дети не плачут, наверное. Спасибо большое, замечательный ответ, спасибо. Счастливым? Да. Ну, скорее всего, что хорошие отношения вообще всех окружают. Легко, срочный, трудно, срочный, важный, возможный, невозможно, это возможно, невозможно, что это невозможно, что это, я знаю. Я не знаю. Говядина. Свинина. Говядина. Это курица. Это говядина? Невозможный. Невозможный. Мне нравится. На самом деле, вероятно. На самом деле, вероятно. На самом деле, вероятно. Мне нравится.